Един словек, книги зор. Три. Исследование четвертое. При том, что колесница сидит обры, то есть нечистой силы, силы зла буквально обратной стороны и клепот, то есть другое название нечистой силы буквально шелухи, чешуи, горки, скорлупы. Крайне удалена от святости его настолько, что ты не способен себе представить такой удаленности, как возможно, чтобы... Крайне удалена от святости его настолько, что ты не способен себе представить такой удаленности, как возможно, чтобы произошла она и обрела быть ее от святости его. И более того, святость его только и обеспечивает ее существование. Исследование пятое. Понятие воскрешения мертвых. Ведь тело настолько презренно, что с самого его рождения приговорено оно к смерти и погребению. И более того, ведь говорили мудрецы в книге Зоар, что пока тело полностью не разложится, не может душа, душа, не может душа возместись на свое место в саду. И так обстоит дело, пока от него хоть что-то остается. Если так, то какова необходимость дома, чтобы возвратилось оно и восстало, чтобы ожить из мертвых? И разве не способен святой Творец расплатить души без этого? Еще более удивительные вещи говорили наши мудрецы, да будет память о них благословенна. И в будущем мертвецы должны восстать и воскреснуть со всеми своими изъянами. Как они говорили о теле, оно другое, а затем мы излечит он все их изъяны. И нужно понять, что за дело святому Творцу будет сказано. Оно такое золотое, эмбора, пункт 51. Дома такой степени, что ради этого он вернет и воссоздаст. Что ради этого он вернет и воссоздаст все их изъяны, чтобы их нужно было излечить. Исследование шестое. Как говорили они, да будет память о них благословенна. Человек есть центр всего бытия, и все, и все высшие миры, и этот материальный мир со всеми их наполнением, со всем их наполнением созданы не иначе, не иначе, как ради него зарядки сорок. А также без оляни человека верит, что ради него создан мир. Вавилонский Талмуд, трактат
И на первый взгляд трудно понять, что ради такого маленького человека, не занимающего его сетку на просторах этого мира, а тем более в пределах и высших бескрайних высших миров, что ради него трудился святой творец, дабы сотворить все эти миры, все эти миры, да и к чему человеку все это. Thank you.